Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня у нас распаковка посылки. Викуся, ты не поверишь, посылочка уже давно лежала на почте. Обращаюсь к Викусе с канала Виктория Хрупкая. Все, кто меня смотрит, подписывайтесь на Викуськин канал. Вот такой канал. Викуся такой позитивчик. Энергия от нее вот прям прет. Прям прет. Жалко, я не знаю. Не могу я ссылку вам оставить. С удовольствием бы оставила, но не могу. Вот, смотрите, легла, чтобы видно было, да? Ну, а все уже. Хотя и так хорошо видно. В общем, Викуся мне отправила чайничек для моей коллекции. Викусь, а ты знаешь, почему он долго шел? Он уже давно лежит на почте с 14 числа. Как ты говорила, потому что вот здесь в графе, где нужно было написать фамилию, имя, ты написала Алла и Александр, а мы же живем в России, у нас чтобы фамилия была. Так, вот единственное, вот здесь вот повреждение на коробочке, я не знаю, как там сохранилось, не сохранилось. В общем, мои дорогие, посылка пришла из Германии. Виктория живет в Германии уже 17 лет, рассказывает про Германию. Да вообще у нее интересы на канале, запомните. Виктория Хрупкая, 10 раз уже сказала, ну чтобы вы все запомнили. Так, ну что, приступим. Сейчас начнем. Переживаю, вдруг там побилась моя, это, мой экземпляр. Викусь, не знаю, что тебе послать. Помидор может. Ёлы-палы. Все вживую, только открываю. Киндер. Эх, Евгешки нету, обрадуется. Шоколад настоящий, немецкий. О, Викуська. Подтаял немножко. Ну ладно, мы его положим в эту... Ой, даже письмо есть. Письмо прочитаю потом. Блин, я как ребенок, как ребенок. Мармеладки Харибо. Тут у нас такие есть, но я думаю, что они настоящие. Так, все, коробочка пустая. Спасибо тебе. Не знаю, что тебе отправить. Давай я тебе помидор пришлю. Зеленых, пока они идут, они покраснеют. Ты мне скажи. А тут, наверное, самое драгоценное. Ё-моё! Смотрите! Ой, чайничек из Германии. Посмотрите, какой он мизерный. Ё! Викуся, я не знаю, как тебе выразить благодарность мою. В общем, вот, мои хорошие. Вот этот чайник прилетел ко мне из Германии. По небу, по морям, по автомобильным дорогам, по железным дорогам. Но все-таки он пришел. Так, так приятно, Викочка, я тебя люблю. Так приятно получать вот такие вот сюрпризики. Пусть в твоей жизни будет все-все хорошо. Ты такой человек добрейший. Вот, у меня даже вот слов нет. Вот много хочется тебе сказать, слов благодарности. Я вообще прям, как ребенок говорю, в диком восторге. И читай письмо на всю страну. Привет, Аллочка. Надеюсь, новый экспонат отлично впишется в твою замечательную коллекцию. Желаю вам хорошего дня и сладкого чаепития. Киндер для Павлуши. С любовью, Виктория Хрупкая. Викусенька, вот такое сердце и миллион пламенных поцелуев для тебя, мои хорошие. Так приятно. Вот так вот, видите, какая дружба. Мы в России, Виктория в Германии. Викусь, так может из Казахстана-то от бабушки-то к нам на недельку. На Волге покупаемся, огуречков поедим с помидорками.
В общем, я тебе очень и очень благодарна. Спасибо тебе большое, мои дорогие. А вы не забывайте подписываться на канал Виктории. Он так и называется. Виктория Хрупкая. Не пожалеете. Я говорю, там такой позитив на канале. И про Германию вы увидите. И там про распаковки. Ну, в общем, такой у нее канал, у Виктории, многообразный. Там, ну, много про что она рассказывает, про путешествия, про свои... А еще с Викуськой всегда происходят какие-то приключения. В общем, я не буду вам рассказывать. Подписывайтесь на канал и все увидите. И также ко мне не забывайте, кто просто так заходит, на мой канал тоже подписывайтесь. Я вас всех люблю, ценю и уважаю. А тебе, Викуся, ну, у меня просто нет слов. У меня одна большая эмоция, которая вот в виде вот в таком необъятном сердце я могу тебе и мой пламенный, и воздушный тебе поцелуй и привет. Пока-пока.